Здравствуйте, дорогие зрители и друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Сегодня мы на даче и будем с вами рассматривать растения, которые живут у меня на полочке. Смотрите, там кто-то по речке ходит, детишки. Вон, видите? Вон. Не боятся. Вон, видите, ходят. Ну, давайте начинаем. Полочка, где живут у меня растения. И сегодня мы с вами рассмотрим некоторые из них. Две бимерии. Мне очень нравится это растение. Посмотрите, какие листики ажурные. Какой рисунок, выпуклые, а по краям, видите, как кружева. Вот это растение у меня растет на одном стволе. Я хочу как дерево вырастить. А вот это хочу вырастить как кустик. Вот видите. Как кустовое растение будет. Надо купить горшочек подходящий и пересадить. Будут два растения одинаковые, но по-разному будут расти. Очень красивые. Посмотрите, какой новенький листочек красивый. Ой, одно загляденье. Люблю это растение. Называется бимерия. Далее у нас два спатифилума, два женских счастья. Один вот ввысь растет, большой. Какие громадные листья. Вот видите, у меня рука. У меня рука, вот лист. А вот это рядышком стоит. Это маленький спатифилум. Ой, спатифилум, да, спатифилум. Женское счастье. Он ввысь не будет расти, а будет расти в ширину. Компактный, красивый кустик. Тоже очень нравится. Вот два женских счастья. И два разных. Один маленький, второй большой. У маленького листочки мягонькие, а у большого плотные, глянцевые. Вот два женских счастья, два красавчика. Должны зацвести весной. Нет, пока не собираются. Не видно, что хотят зацвести. Ничего, зацветут. Отдыхают. Маленький мы с вами пересаживали вместе. Ему еще рано цвести. Вот еще два растения. Один кротон и второй лимончик. Вот кротон уже большой стал, побольше. Он был совсем вот такой малюхотный. Помните, пересаживали вместе с вами. Покупала, по-моему, в ноябре. Не помню точно уже. Вот как вырос. Растет, хорошо растет. Вот. И лимончик. Тут у меня лимончика было два. А второй что-то не хочет расти. Вот видите, я его обстригла, он не захотел расти. Начал сохнуть. Вот. Но этот хорошо растет. Начал разветвление. Был на одном стволе. А вот за этот месяц, за 2 месяца, посмотрите, вот выдал.
Вот выдался тебе летчик. Вот выдался тебе летчик. Начал разветвление. А то совсем стоял на одном стволе. Ну, сейчас попушистый стал. Летом на улицу вынесу. Пусть там растет, развивается на солнышке. Лимончики солнышко любят. Вон в Италии лимончики растут прямо на улице под солнышком. И дают плоды в Италии, по-моему, 3 раза. Южной Италии. 3 раза, 3-4 раза за сезон, за год. Да, получается, вот так вот. У них так интересно там. Один уже лимон созреет желтый, а второй еще не созревает, зеленый висит. И вот так вот у них такая циркуляция идет. Интересно. Вот. Ну, чуть позже я вот тоже буду прививать. Мне тоже хочется лимончики. Но это совсем будет другая история. Вот и посмотрите, друзья. Я всю жизнь думала, что это у меня декабрист. Шлюмбергер. Всю жизнь думала. А тут посмотрела канал у Лили. И она там рассказала. Вот. Если декабрист, то у него на кончиках вот тут вот, вот здесь вот, вот, остренькие. А если вот так вот, нету остреньких, ровненько, продолговатое, то это рапсоридопсис. Представляете? А я его все декабрист, у меня декабрист не цветет, а оказывается, это у меня не декабрист. Рапсоридопсис. Вот так вот. Век живи, век учись. Ну, теперь хоть узнала, ладно. Вот так вот. И еще, друзья, кто знает, что это за растение, расскажите мне. Мне подруга подарила это растение, не знаю. Оно совсем мелкие-мелкие листочки, но они такие твердые-твердые. Не знаю, что за растение такое. Вот. Сказала, что как шапочка будет так разрастаться. Вот, не знаю, что за растение. Может, кто-то знает. Но я тоже пороюсь в интернете, посмотрю. Может быть, что-то и удастся наведать, разведать. И потом посажу, конечно, в горшочек красивый. Когда все разрастется, посажу в горшочек красивый. И как шапочка-то будет. Вот так вот они у меня стоят под лампой, под фитолампой. Вот сверху такая фитолампа. И под каждой полочкой тоже фитолампа. Вот видите, вот. Вот под каждой полочкой вверху тоже фитолампа. И там хорошо развиваются, хорошо. Ну вот и все, что на сегодня вам хотела показать, какие растения тут живут. Вот, буду помаленечку показывать. Снег потихоньку начинает таять. Вот видите, вот сосна. И вот тут уже проталинки. Уже снег начинает таять. Его уже здесь нет. Все, потихонечку весна-весна. Обещают снегопады. Но я думаю, это уже будут, наверное, последние снегопады, и потом уже тепло. На следующей неделе, говорят, будут плюсовые температуры даже ночью, днем и ночью. Ну, начинается весна. На этом все, мои друзья. Приятного вам дня. Пока-пока. Ваша Оля. Встречаемся в комментариях. Обожаю вас.